Она должна, знаешь, как на Митсубиши работает? На нее наступаешь, она это идет, это больше дает, сколько нужно. Знаешь, как, почему у них это сделано? Потому что у него энкодер подпадает это, подключен к энкодеру. Ой, энкодеры подключены к частотникам. И они изменения есть и больше дают напряжение. Ну, как написано, это руководство на эти преобразователи, у них обратная связь работает только при вращении в одну сторону. Оно реверсивное и в одну и в другую. Сейчас я тебе объясню.